Приветствую вас, дорогие зрители! С вами Dancing with Mother Soul на телеканале Jastar 1. И в сегодняшнем выпуске вы узнаете о танцевальном батле и направлении брейкинг. Откуда он взялся? Что это? Как это танцевать? И что такое батл? В первую очередь, это, конечно же, поединок. Поединок между двумя сторонами, которые решают какой-то конфликт. И сегодня вы это увидите. В нашем поединке сегодня батлуют два участника одной команды. Бибой Yes One и Бибой Один. Танцоры готовы? Да. Публика готова? Побатлим! Перед батлом боишься или ты уверен в себе? Ну, я занимаюсь уже не первый год брейкдансом, поэтому как такового волнения уже нету. Единственное, хочется выходить и кайфовать от своего выхода, от своего танца. То есть самое важное — получать положительные эмоции во время танца. Насколько я знаю, ты начинал в городе Петропавловск в вашей команде. Как она называлась? Для чего вы собирались вместе? Наша команда называлась Petra Power, так как это название созвучно с названием нашего города, а мы патриоты своего города, мы любим представлять наш город на различных соревнованиях. Вот, мы прям болеем танцем и всегда хотим поднять танцевальный уровень нашего города. Вот, поэтому мы взяли такое название. Для чего вы вместе собираетесь? То есть вы выезжаете на разные батлы, да, со своей командой. Как это обычно проходит? Вообще, изначально мы все начали заниматься брейкдансом в разных местах, но потом на городских соревнованиях мы познакомились, вот, прониклись общей идеей и начали заниматься все вместе. Конечно, в первую очередь мы собираемся, чтобы зарядиться положительной энергией друг от друга, потому что в нашей команде собраны только позитивные люди, вот, которые друг друга вдохновляют, мотивируют. Классно. А вот как вы поднимаете уровень брейкинга в городе? Вот ты говорил правильно. Да. Мы устраиваем различные соревнования, так как у нас уже есть в городе подрастающее поколение. Вот, на этих соревнованиях мы привозим различных судей с разных городов. Вот. Затем мы участвуем в различных проектах, как там «Беле Казахстан», «Танцы на ТНТ». То есть мы всеми путями делаем так, чтобы о нашем городе узнали. Мы выигрываем какие-то соревнования в пределах Казахстана. Отлично, я желаю тебе удачи в предстоящем батле. Спасибо, Есик. Спасибо большое. Танцпол пылает, время добавить масло в огонь. Итак, второй раунд. Бибой Yes One. Yeah.
Адиль, такой вопрос к тебе. Как ты пришел в брейкинг? Сколько лет занимаешься? Я начал в 2012 году, когда мне было 15. Вот. Я тогда раньше занимался футболом, но потом я перестал им заниматься и шел по улице и решил, почему бы и нет. Как раз рядом студия была, я проходил мимо студии и решил, что буду заниматься брейкингом. Классно. А вот когда перед первым батлом ты сильно волновался, насколько это было для тебя страшно? Наверное, в голове я не очень боялся. Ну, такое было обычное, такая нервозность, но потом выходишь, когда на танцпол, все в 10 раз хуже, ты выходишь и все, да, да, потряшивает прям вообще сильно. Окей. А вот ты сегодня батлил вместе со своим сокомандником. Каково это, как это ощущать, что вы друзья, но при этом на танцполе вы соперники? Мне это очень не нравится, это вообще не очень. Ну, я не могу батлить всерьез, когда напротив меня мой друг и сокомандник. Больше сокомандник, чем... Ну, типа, у меня много друзей, против кого я могу батлить, но именно против своих сокомандников я не могу. То есть настроиться тяжело? Это очень, да, тяжело. Хорошо. А как насчет твоих ощущений во время батла? То есть ты должен себя настроить на победу. Как ты себя мотивируешь? У тебя есть какая-то вот цель? Что ты себе говоришь? Мантра, может, какая-то? Ничего не говорю, просто отрабатываю свои движения, чтобы они были более заточены и были просматриваемые очень. Вот, в этом плане так. То есть ты максимально серьезен и к своей подготовке ты просто уверен в себе? Да. Ну, не всегда, потому что самоуверенность — это тоже не очень хорошо. Отлично, тогда я желаю тебе удачи в этом батле. Спасибо. Эй, давай! Еп. Сделай танцпол! Ае! Давай! Итак, B-Boy Yes One. B-Boy Adil. Что-то немножко непонятно. Давайте еще раз поактивнее за своих голосуем. Итак, B-Boy Yes One. B-Boy Adil. Отлично, и кажется, в этом батле B-Boy Yes One побеждает. Аплодируем ему. Петра Пауэр Крю. Замечательно. Ну и, конечно же, в конце любого батла мы немножко джемим. Надеюсь, вам понравилось зрелище и вы узнали для себя что-то новое. Живите танцами, наслаждайтесь танцами, ведь танцы — это жизнь! Yeah! Yeah! Yeah, I'm at work. If you want that, is your rolling?